Я собрал в этой книге практически все, что смог. Ассирийцам Армении, мартиролог ассирийцам Армении. Значит, здесь вошли все ассирийцы, которые именно занимались общественными делами. Это были учителя, это была интеллигенция наша. Это была элита ассирийского народа Армении. Только в одной Армении насчитывается около 200 человек, которые пострадали. Это они были при высшей мере наказания, прикольные. Другие были отправлены в тюрьмы, лагеря, которые оттуда редко кто возвращался. Их дети, семьи, в 49-м году были высланы в Сибирь, в Алтайский край. Поэтому, а еще несколько поколений еще пострадали, пока их не оправдали, пока их не реабилитировали. Это клеймо носили их дети, их семьи. Ведь я здесь писаю, что национальный генофонд, он не умирает. Он как семя. Хоть тысячи лет пройдет, при благоприятных условиях оно все равно дает всходы. В Армении 40-50 лет не было никакой ассирийской общественной жизни. Потом появился Эдигаров, появились братья Арсанисы, появился ансамбль, начали ассирийский язык изучать, в школу начали. И все это начали делать дети, внуки тех репрессированных ассирийцев. И сегодня, мы видим, в этой книге есть... Здесь сидящие в зале есть дети, внуки, правнуки этих людей, которые безвинно были наказаны. Примерно скажу, вот Рабы Хаша, это правнук, его супруга, мама его, это мама Раяшанова Викторовна, ее дедушка. Аня Бабаева, дедушка, Вас, дедушка, Аня в Черге, вот Герам Бабилов, его дедушка, это самая Бабаля. Вы знаете, эта книга в памяти Михаила Ивановича Садова. Царство Небесное, покойный Михаил Иванович положил начало поиску и сохранению всех имен, которые были. И, значит, спонсорами добрую половину затрат по этой книге взяли на себя несколько внуков тех репрессированных, которые здесь указаны, которые благодарны. Я решил, что книгу нужно будет, мое мнение, передавать по церквям сирийским, это в Краснодаре, в Москве, церковное общение Крымское, в Армении, в Твери, в Арзни, в Урме, правильно, церковная община Крымская, есть Ростова, есть и вырученные деньги пойдут на жертвование в этих храмах и самопоклон безвинных вот этих душ. Конечно, наверное, это тоже совпадение. Несколько раз не получилось, а получилось именно к дню ассирийского языка. Скоро Пасха будет, первое воскресенье. Пасха, будем мы будем на празднике. Я думаю, все ассирийцы увидят и удостоятся. Еще раз с праздником вас. Настраиваемся на хорошее. И это то, что эти имена вытащили оттуда, и теперь о них знают. Каждый, это тоже, я думаю, что тоже радость, потому что есть семьи, которые не знали до сегодняшнего дня о судьбе своего дедушки, не имели фотографии, в роду не было ничего, только знали, что в 37-м забрали и больше ничего не знают. А сегодня они нашли фотографию дедушки в архивах, нашлось его дело, поэтому теперь они имеют представление о своем дедушке. Спасибо большое. Thank you.
Шламанухун, Рамшохун Давар. Добрый вечер. Удюм или Юмат Лишана Атурая, Хайджа Хахита, Ахнан, Витаих Махархе, Джовеб Сайт Хагана Атурая, Чуле Перджанан Мухабе, Катадикатан Бахзая Убушмайна, Джутивиль. У Кабула Пшена Качулохун, Видага Рамша, Удю, Гадзаихахле, Юмат Лишана. Сегодня этот праздник мы проводим в честь дня ассирийского языка, который празднуется 21 апреля. Дахтмара Ольга, Удю Ага Юма, Мзаюхубах, Икарат, Антартат, Ухаметат, Лишана. Зрихаб Нисан или Юмат Лишана Атурая. بنات بس ما جانوخ
Рава Спай. Спасибо вам всем. Спасибо вам всем, дети, огромное, молодцы. Вы очень хорошо, красиво сыграли вот эту песню. Да, они самые лучшие, я да. Мы все насладились. Мы почувствовали себя такими же маленькими на миг. В течение вот этих полчаса, 40 минут, как вы сейчас здесь на этой сцене. Ибо думаю, что многие из здесь сидящих в зале тоже в свое время участвовали в разных кружках фольклорных, но в таком национальном Ахэдиум Юма Ахнаджат Амид. Амид Умбасим, Алабар Фу. Баин Имзмани Хатхунатам Ирун Имзмак Хатханджана Би Хабранат Нихноша Кадишуте Морган Харуэ Славату Амбуркиата Пекюллюхан Нихноша Атхаби Манида Этлан Спарта Геокюрха Бейта Атурайта Аваги يعني بابا إمهام زمي أم يالي بنون ابناتي بريشان ديان أطوراي و متبي شماني قاريك ياسوري بشمان ديان أطوراي و هامي قربة الأمرة الأيتا نجير بسي يالي مهم نمشي خاي وشاريري أطوراي اتلن هيوي هنی هم زمیاد ام ای بوریتت بابا یم دیوخ یعنی که میوم اختو خون قابول اوتون من ای خلط سپای این پیش را یوتا قاتو خون من بابا خون یمو خون من انمیاتو خون هیلا مغده تا یه شب تا جو پتوات دیوخن اوب آنی بجخچنا بشقالنا خیلا بشقالنا قیرا جورت ین خیلی لینا ویرا ها بس سبب هجوم یوما بنون ابناتی لخا حمزومنا بلیشان دیان او بن رابا اسقه لچاتون ایلا اینا اتلن هیوی بیدن سلواتت قدیشوت نیخنوشا مردم خا اخنان دا بتشقل خیلا بتشقل بورکتا و بتاو مخلون مسبب چود خاملت ایلا متقویانتا یعنی پیشنتا بی نشانو، بی امانوتو، بی اسکوستو، یعنی اختو خون اودیوم یوم ادخا مغزیارو خون قدیلن چولن اخنا قدیلن. هلا بارد خو خون. ایوتون بسی. Мы очень рады сегодня увидеть вас на этой сцене. И то, что вы представили нам, вашим родным, близким, бабушкам, дедушкам, родителям, это есть то самое бесценное, которое вы сможете подарить им за то, что они вас выросли, вырастили такими. Дали то, что они знали, передали вам. Вы сегодня говорили на нашем языке, хоть и трудно, произносимые слова, ибо не в каждом доме сейчас, к сожалению, мы употребляем наш язык. Но имеем надежду, что вы и ваши родители, ваши близкие будете говорить, разговаривать хоть по чуть-чуть на нашем языке и посещать еженедельные курсы ассирийского языка, разговорного, которые преподает ваша наставница, наша всеми уважаемая учительница. Жанна, я вас всех поздравляю еще раз. Огромное вам спасибо. Низкий вам всем поклон за то, что вы сегодня сделали, показали нам. И желаю от имени всех вам дальнейших успехов. Всего вам. У нас есть награды для детей. В первую очередь я хочу сказать, выразить благодарность всем родителям за то, что они часами в машине сидели и ждали, пока мы репетировали, привозили и увозили.
Это надо тоже выдержать. Это позавчера мне Жанна говорила, что так мучительно мучились не только вы и она, но и ваши родители. Я тоже говорю, зайдите, нет, мы вам мешать не будем, сидят в машинах. Большая благодарность папа Костя за вот эти красивые баннеры. За рубль, за торты, за вот эти ваши награды, рабы каши. За предоставление нам комнатки в церкви и за все, что вы делаете. Награждается, я прочту один текст, и везде текст одинаковый, только имена каждого свое именное. Награждается Алиса Якубова за участие в празднике, посвященном Дню ассирийского языка. Церковная община храма Архимандрит Ассирийской церкви Востока города Краснодара. Огромную благодарность
за труд, который ты все это время несла, и за творчество, за вдохновение, за интерес, который ты проводила у детей к языку и к культуре, и вообще ко всему, к истории. Огромное тебе спасибо. Вот это вот первая афиша. Первая, пусть будет получит начало. Спасибо. Это наша первая афиша. Мы будем все время приглашать вас на наши спектакли. Oh, my God.
Евгения. Спасибо.